Всех приветствую на своем канале. Сегодня очередное видео «Пустые баночки косметики» за сентябрь месяц. Так что поехали. Так, первое начну. Пенка для интимного ухода. Рисовое молочко «Шалфей». Снимает раздражение. Маркрафт. Тут у нас 500 мл. Продается такая в фикс-прайсе. Поначалу мне нравился запах, но со временем что-то я никакого эффекта не ощутила. Не знаю почему. Вот. Купила после этого красную линию. Вот. Они там 2-3 видов бывают. Наконец-то она закончилась. Все никак не могла закончить. Вот, не знаю. Ничего особенного такого вот я не увидела. Так. Тоже нашумевшая новинка. 3D-сияние, блеск и сила, коллаген, кератин, интенсивный уход, кондиционер, восстановление, объем сияния для всех типов волос. Вот, 265 мл. Что я могу сказать о кондиционере? Ну так, среднее качество. Мне кажется, разбавленное чем-то. Такая, ну, мне не понравилось. Вот. Ни туда и ни сюда. Так что не советую. Так, еще вот известный популярный ЕСТ. Шоу гель. Так, грейпфрут обновляющий, Маркрафт. Вот это очень понравилось моей маме, она пользовалась. Вот, она любит все из граната. Ой, не из граната, а из грейпфрута, апельсина, что такое, лайм, лимона, цитрусовый. Вот, ну, гель отличный. Реально бодрит и запах приятный. Ничего против него не имею. Так, следующее. Мой любимый, особая серия, гель-скраб для лица. Он нежно отшелушивает, если у вас немножко сухая кожа. У меня кожа комбинированная, вот. Ягодный щербет для всех типов кожи. Он недорого стоит, продается в Ашане. Вот здесь 75 мл. Сочный гель-скраб для лица создан на основе удивительно полезных ягод, земляники, морожки, ежевики. Нежный аромат и приятная консистенция поднимут настроение, даря вашей коже ощущение комфорта, изысканно соблазнительно, нежно очищает кожу, придавая ей мягкость, бархатистость и здоровый вид кожи. Он реально это все выполняет. Очень бюджетное, чуть ли не знаю, 30 рублей с чем-то стоит. Так что берите, очень выгодно. Так, еще нашумевший вот этот крем. Покупала себе мама его. Так, глубоко увлажняет, заполняет мелкие морщины, сглаживает мимические линии. Вот здесь 50 мл крем для лица гиалуронов. Ну, не знаю. Так, средний. Особо такого прям эффекта нету. Среднее качество. Вот. Так, закончилось. Еще можжевельника. Это эфирные масла. Вот из Крыма нам привозил кто-то. Тоже закончилось. Тоже отличный. Масло. Так, следующее. Наконец-то у меня закончился шампунь Сьоз 48 часов. Кератин и шампунь силикона для тонких осадных волос. Сохраняет объем до 48 часов. Заметно приподнимает волосы от самых корней. Где-то он 200 с чем-то рублей. Я по акции вообще брала за 130, что ли. Так он стоит вообще 200 с чем-то. Наконец-то я его закончила. Тут 500 мл. Не знаю, мне Сьоз не подошел. Шампунь, но я его закончила. Да, он голову, волосы чистые. Но особо вот такого прям вот эффекта, объема я не ощутила. Чистые, может, блестят. Объема я не ощутила. Но марка вообще Сьоз хорошая. Но, к сожалению, она мне почему-то не подходит. Даже мне краска для волос Сьоз тоже не подходит. Так. Закончился у моей мамы вот такой антиспирант. Глэди, цветочный букет, дезодорант, 24 часа, 50 мл, вот, такое она покупала, типа магазина Еврошоп, что-то такое, где все по 69 рублей, приятный аромат, выполняет все свои функции. Так, следующее, жидкость для снятия лака, мечта закончилась. Так, здесь у нас 110 мл, хорошо снимает, приятный запах. Покупала тоже в Ашане, до 50 рублей он стоит.
Вот, отличная вещь. Так, следующее. Взяла. Это в больших Ашанах продается Эстель. Вот колор. Цвет 733. Мне очень понравилась эта краска. Она реально сильно, ну так вот. Прям берет такой цвет. Вот. 100% интенсивность цвета. Стойкая краска для волос. Шоколад. Стоит она где-то 130 рублей. Тоже продается в Ашане. Я довольна качеством. Мне Эстель вообще нравилась. Раньше я шампунями пользовалась Эстелем. Но они сейчас такие дорогие стали. Но краска отличная. Буду еще покупать. Вот Эстель. Просто редко где встречу такие краски. Так, следующее. Закончился у меня наконец-то Гарньер. Сияние молодости. Дневной антивозрастной крем. Да, он увлажняет. Дает сияние молодости. Вот. Но лучше его использовать не каждый день, да? Но лучше, конечно, летом, весной. В холод. Но он не так сильно увлажняет, если у вас очень сушится кожа. Ну, так можно пользоваться, но не каждый день. Для дневного применения мне он не подошел. Если только вот там 1-2 раза в неделю мазаться. Так, следующее. У мужа закончились духи. Вот, духи Кристиан Ларек. Ну, они продаются в Эйвен. Типа чайное дерево такое, что-то с зеленым чаем они отдают. Вот они закончились наконец-то. Ему духи вообще один флакон, я не знаю, на год хватает, хоть он пшикается. Вот. Ну, приятный запах. Так. Гималая пришел. Срок годности. Крем для лица, проблемная кожа. Хлопковое дерево, 30 грамм. Витекс. Вот. К сожалению, у меня даже вон пол тюбика сейчас покажу. Секундочку. Вот как он выглядит, просто он уже просрочен. Вот. Вот так он выглядит. Такой вот. Да, он предотвращает прыщи, как бы устраняет угри, прыщи, смягчает кожу. Но, к сожалению, я его полностью не использовала, потому что срок годности какой-то маленький был. Вот. Он до 8-го 2016 покупала я его в фикс-прайсе где-то в ноябре прошлого года. Вот. Что так? Так, следующее. Тоже когда-то в фикс-прайсе покупала Физ. Абсолютная защита от насекомых, лосьон спрей от комаров. 4 часа эффективная защита. Обычно я его использовала дома или куда-нибудь в лес брала. Вот, наконец-то я допшикала его. Здесь 100 мл. Отличное средство, реально защищает от комаров. Вот. Следующее. Пила на пробу в Ашане вот этот пропеллер турбоактив, точечный антипликатор. Период обострения акне. Вот. Вы снимаете вот с этой пленочки. Вот такие вот и кладете, ну, на ночь прикрепляете туда, где у вас воспален там угор или прыщ, на чистую кожу. Утром снимаете. Но особого эффекта я не увидела. Вот. Не знаю. Вот у меня даже осталось. Стоило это где-то на 28-30 рублей. Но эффекта особо не увидела. У каждого своя кожа подход. Так, закончились. У меня набор для удаления волос на лице восковой полоски влажной салфетки с маслом Пиника Лукао. Продается этот набор в Эйвене. Вот. Здесь были вот такие две упаковки, просто закончились такие листочки. Такая салфетка, мне очень нравится. Просто закончились отдельное качество. Ну, отличное качество. Вот. Салфетки две были. Наборе. Так что это все на сегодня пустые баночки косметики. Жду от вас комментариев, лайков. Вот. Так что всем пока-пока.